Привет, с вами Чак Обзор, и это новости 2x2. Внимание, уважаемые граждане Нигдегорода, второй сезон уже на подходе. 27 сентября с понедельника по четверг в 22:22 в эфире вашего 2x2 новые приключения ваших любимых героев. Ждем больше приключений космического пирата и еще больше всевозможной чертовщины на просторах Нигдегорода. Вы уже обвели дату в календаре? С великой силой приходит... Впрочем, вы и так все знаете. Первый трейлер фильма «Человек-паук. Нет пути домой» за 24 часа собрал грандиозные 355 миллионов просмотров на всех платформах. Интернет заполонили разборы и фанарты. Но среди них выделяется работа блогера 100 Bomb Studios. Он воссоздал новый трейлер из сцен культового мультсериала 90-х о Человеке-пауке. Ловим паутину в кино с 16 декабря 2021 года. 29 августа в кругу семьи скончался актер Эдвард Эснер. Он широко известен своими ролями в озвучке анимации. Самые известные его работы – голос Карла Фредриксона из пиксаровского мультфильма «Вверх» и Джей Джона Джеймисон из «Человека-паука 90-х». Что ж, думаю, лучший способ почтить его память – пересмотреть его великолепные работы. Ну а с вами был Чак Обзор. Смотрите 2x2, смотрите Чак ТВ и читайте 2x2 медиа.